Привет, мои принцессы и мои принцы. Сегодня начинается новая рубрика, в которой я буду подводить итоги и рассказывать о must-have'ах, о бьюти-фаворитах моих. Итак, десятка любимых средств за август Павла Петеля. Честно скажу, может быть, здесь будет не 10, а больше, но я не такой модный человек, чтобы считать еще. Знаете, с чего я начну? Наверное, с капли для глаз Pro. Эту баночку мне подарили друзья. Они купили эту баночку, по-моему, в Корее. Так сложилось, что, наверное, проблема 21 века. Людей, которые сидят постоянно за компьютером. В общем, у меня начали уставать глаза. И я периодически закапываю себе глаза этими каплями Pro. Насколько я знаю, здесь в составе находится мята. Несколько раз утром и вечером я использую это средство для того, чтобы снять воспаление и почувствовать себя человеком. Далее мой бьюти-фаворит – это очищающая маска Origins. Я хочу сказать, что несмотря на то, что я интенсивно тренируюсь в спортзале, эта маска помогает мне сохранять мое лицо чистым и свежим. Следующая фаворит всех фаворитов, хит всех сезонов – это двойная сыворотка Clarins. Именно благодаря этой сыворотке я чувствую, что мое лицо выглядит довольно-таки молодо и свежо. Я еще заметил, что когда я наношу под глазами эту сыворотку с утра, люди думают, что у меня какой-то хайлайтер, у меня блестят скулы. На самом деле просто такой эффект, когда у меня сыворотка, она вот с таким жирным блеском. И, видимо, такой эффект производит, что у меня блестят скулы, и люди всегда думают, что я каким-то хайлайтером пользуюсь. Следующий мой бьюти-фаворит – это аромат от Шабо, молоко и печенье. Представляете, такой вот сказочный аромат «Завтрак Санта-Клауса». Я столько лет тебя искал. Я давно мечтал создать свой аромат, смексовать молочко, печенье. Я бы, конечно, добавил туда еще корицы, возможно, имбирь. Но этот аромат, конечно, все-таки, наверное, для девочек, потому что он, ну, очень нежный, очень сладкий. И я, пока никто не видит, буду наносить его также на себя. Мне также на днях подарили 3 крема для рук. Я их добавил в фавориты, потому что это российский бренд Loren Cosmetic. Мне понравилось то, что он выглядит как модный корейский по дизайну. Значит, один из них крем для рук медовая панна-кота, второй запеченное яблоко с медом и корицей, и третий медовый попкорн. Но мне кажется, только ради названия, только ради удовольствия их можно приобрести. Довольно-таки приятные, увлажняющие. Я, если честно, перед сном долгие годы не использовал увлажняющие кремы, потому что после тревожного невроза меня постоянно ароматы раздражали, и я чувствовал ощущение того, что я задыхаюсь. В общем, я начал перед сном снова получать кайф от того, что наношу увлажняющий крем. Вот, и эти приятные ароматы меня нисколько не удушают и создают мне такое приятное теплое настроение. Но если говорить о том, какой был мой крем-фаворит в плане увлажнения, то это, конечно же, крем для рук от Bath & Body Works. Не буду даже называть название, потому что, на мой взгляд, любой увлажняющий крем от Bath & Body Works является идеальным, на мой взгляд, как увлажняющее средство. В течение вот всего дня я потом чувствую комфорт, и руки мои увлажнены и защищены. Далее, я также уже рассказывал, это средство все в одном, невероятный лосьон, можно так сказать, лосьон после бритья Интеграл. Каждый раз, когда я подбриваю себе, а это я делаю регулярно, шею, либо щеки, я наношу Интеграл. Я знаю, что он имеет такое вот свойство омолаживающее, его можно наносить просто там даже на различные участки тела. И это средство также является моим фаворитом. Еще одно бьюти-средство, это новинка, о которой я рассказывал уже недавно, является моим бьюти-фаворитом августа месяца. Это Primer Oil.
Каждый раз, когда выхожу на улицу, я беру немного, наношу на бороду, чтобы она блистала, чтобы она сверкала, чтобы принцессы, проходя мимо, обращали на меня внимание. Также это средство используется перед нанесением макияжа. Далее, у меня отличная зубная паста, пампинг называется. Я знаю, что вот эти вот тюбики, которые привыкли мы использовать, их производят обычно из-за того, что они дешевы в изготовлении, в производстве. Но насколько кайф какой, когда стоит в ванной комнате вот подобного рода, не знаю, диффузер, да, или как это упаковка, вы нажимаете, и зубная паста очень удобно сразу же оказывается на вашей зубной щетке. В общем, это моя новая любовь. И теперь знаю, как живут богатые люди. Ах да, конечно же, свечи. Yankee Candle и аромат ванильного капкейка. Это мой любимейший аромат августа. Мне очень нравится, что из-за того, что в отличие от Bath & Body Works, у Янки всего лишь один фитиль, и он первое, что он, естественно, служит, ну, в два раза минимум дольше, а еще тем более, если такая огромная банка. И еще, что характерно, Yankee Candle благодаря одному фитилю в небольших помещениях не так резко ощущается этот запах. Bath & Body Works свечи все-таки они для более больших помещений, пространств. Поэтому мне очень нравится Yankee Candle и Vanilla Cupcake. Это мой фаворит августа. Но, чтобы не обижались Bath & Body Works, я уже рассказал про крем. Я также хочу сказать, что ароматная вода Cup of Warmth, то есть это аромат теплоты, такой вот аромат для тела от Bath & Body Works. Я его купил еще в прошлом году и достал в конце августа, как только похолодало. Конечно же, он является фаворитом и в сентябре. Не могу не показать и не могу не пройти мимо. У него такой красивый дизайн, рифленый в виде свитера осеннего. Наверное, каждый раз в конце лета мы всегда огорчаемся по поводу того, что лето проходит, но с другой стороны мы всегда предвкушаем осень, и я всегда в августе достаю подобного рода свои осенние фавориты. Но тем не менее, он у меня вошел в список фаворитов за август месяц. Ок, да. Теперь шампуни. Скажу честно, обычно шампуни я не покупаю, мне дарят мои друзья-блогеры. Как говорится, не родись красивой, а родись с друзьями-блогерами. Сейчас у меня два геля для душа. Один гель для душа, он у меня вечерний. Перед сном я принимаю душ с лавандой от фабрики «Новая Заря». Он успокаивает, освежает. И второй – это аромат Натуралиум, в общем, с ароматом манго, который я использую с утра. Он дает мне энергию. В ванной комнате у меня еще есть одно средство от Bath & Body Works. Это must have. Это пенка для рук, для мытья рук. Я каждый раз, когда приезжаю в Bath & Body, я покупаю пенку, потому что мне очень приятно с таким вот плавным нажатием выдавить такую нежную, мягкую пенку с приятным ароматом. В данном случае это аромат освежающей мяты. Ну что ж, практически все, наверное. Ах да, еще одно средство, это средство для волос, Фитодез. Также мне подарили друзья-блогеры, которые сказали, что я должен после того, как помою свои волосы, нанести такой вот спрей на свою голову, чтобы сохранить остатки волос. Поэтому я стараюсь ежедневно наносить это средство. Самое неприятное, когда ты выходишь, и это средство начинает течь тебе по лбу. Видимо, я из-за попытки побольше налить этого средства на свою голову перебарщиваю. Ну что ж, друзья, я был рад поделиться с вами своими фаворитами за август месяц. Увидимся уже в этом сентябре с рассказом о моих фаворитах за сентябрь. Я вас люблю. До скорых встреч. Пока.